И, пожалуй, самой обсуждаемой новостью из послания президента стало сообщение о появлении новых областей. Теперь в Казахстане будет не 14, а 17 областей и 3 города республиканского значения. Наша новая карта будет выглядеть вот так. Моя коллега Жамал Габдуллина с нами сейчас на связи. Жамал, добрый вечер. Расскажи поподробнее о географических изменениях, что это даст регионам и какие появятся возможности. Здравствуйте. Оскар, без сомнений, изменения придадут новый импульс развитию регионов. Но давайте сначала подробно посмотрим на нашу новую карту. Итак, в Казахстане появится Абайская область с центром в Семей. Сейчас же этот город входит в состав Восточно-Казахстанской области. Также появится Улатауская область с центром в Жезказгане. До сих пор этот город относился к Карагандинской области, а Алматинскую область разделят на две части. Из ее состава выйдет Жетысуская область с центром в Талдыкургане, а центр Алматинской области сместится у нас в Копчегай, который глава государства предложил переименовать в Кунаев, если поддержит население. Жамал, и как же это решение скажется на жизни простых людей? Можно с уверенностью сказать, что в эти регионы поступит поток бюджетных денег, ведь теперь области станут самостоятельными и смогут решать свои насущные проблемы, которых накопилось немало. Вот что думают об этом эксперты. Что город переуплотняется и растет. И если говорить об Алматинской области и центре в Талдыкургане, мы понимаем, что наиболее уплотненные участки, они в пригороде Алматы, и тем самым Талдыкурган, скажем, не стал той силой, которая будет оттягивать население. Поэтому здесь нужен классический контрмагнит в виде Копчегая и как вариант развития туризма. Очевидно, в ближайшее время стоит ждать назначений на должность акимов новых областей, и работать им придется по-новому. Ведь сегодня президент сказал, что у акимов должно быть не больше 3 замов, и лишь в крайнем случае 4. За этим будут четко следить в администрации президента. Интересно и то, что образование новых регионов – это решение политическое. Что думает об этом эксперт Эдуард Политаев? Послушаем. Вслед за этим это еще и усилит возможности тех городов, которые в свое время потеряли статус областных центров, их экономические и политические возможности, их статус, их престижность, в конце концов. Там наверняка придет бизнес, наверняка строительные компании начнут работать, недвижимость в целом вырастет в цене, а это сейчас необходимо для роста экономического. Ну и в конце концов у нас новый областной центр Копчегай или Кунаев появляется, что в принципе очень хорошо для его развития. Городу всего 50 с небольшим лет, и учитывая, что он еще находится в курортной зоне, это очень перспективное направление развития. Токаев заострил внимание, что исторически важно сохранить национально идентичные названия областных центров и областей, такие как Абай, Лотау, Жетысу, Кунаев. Мы продолжим воссоздавать в сознании будущих поколений древние имена нашей великой земли, имена нашего великого народа, заявил президент. Оскар.